На Доброделе на днях стартовало новое голосование. На этот раз выбирают дворы, которые благоустроят в 2020 году. В ходе инвентаризации было выявлено 79 дворовых территорий, нуждающихся в обновлении. Какие из них получат новую жизнь, решают жители. Один из предложенных вариантов – улица Завидная. Детские площадки здесь далеко не новые, да и назвать их интересными довольно трудно. Неудивительно, что на сегодняшний день Завидная – лидер голосования на портале Добродел. Безопасное резиновое покрытие на детских площадках явно пора менять. На большой территории мало игрового оборудования. Застройщик уже достаточно давно все это сделал, и какая-то реконструкция, обновление этих площадок, конечно, требуется. Какие-то здесь горки, качели, может быть, они не по возрасту. Дети, которые постарше, они вот здесь не подходят. Правда, есть и те, кто считает, что с благоустройством можно и подождать. По сравнению с теми, вот так гуляешь, что уже вот по другим же в дворам, я считаю, что у нас здесь довольно неплохо. На втором месте дворовая территория у домов 3, 5 и 7 на проспекте Ленинского комсомола. На первый взгляд тут все вполне прилично, но жители считают, что территорию давно пора благоустроить. Валентина Иванова уже проголосовала за свой двор. Хотелось бы новое игровое оборудование, новые тренажеры, коробку по возможности новую футбольную. И побольше, чтобы было мусорок на площадке, потому что это прям беда у нас. Очень много мусора. Да, вот с утра выходишь, мы выходим обычно рано на прогулку, и обычно она переполненная, одна единственная мусорка, переполненная, бутылки стоят рядом. Замыкает тройку лидеров Битцевский проезд. Благоустроить территорию тут предлагают у домов 9, 11, 13, 15 и 17. Их построили 8 лет назад, и с тех пор комплексное благоустройство не проводилось. Площадку надо менять, вот детишкам и негде играть. Пыль кругом, вот грязь собирают. Тут у нас нет качелей нигде, ни здесь нет, ни на той площадке нет. Те одни остались такие, все раз это, ну, ходуном ходят. И все, а поблизости нет качелей у нас. Хотелось бы более современные увидеть. Более современные площадки, покрытие хорошее. Помимо детских площадок больше претензий нет, да? То есть, в общем, с освещением, с освещением, вот нам на аллее сделали освещение, стало очень хорошо вечером гулять. До этого не было. Впрочем, комплексное благоустройство подразумевает не только организацию новых детских площадок. При необходимости оно включает озеленение, устройство парковочных мест и освещение, установку урн, лавочек и контейнеров для мусора. Из 79 дворов, отмеченных на Доброделе, в следующем году планируется благоустроить 10%. Голосование продлится до 25 августа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.